Впереди один из главных праздников лета – День семьи, любви и верности. Он же День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Через неделю в Александро-Невском парке пройдет фестиваль. Узнали, что интересного готовят организаторы. Конкурсы, викторины, мастер-классы и большая концертно-развлекательная программа – вот что ждет всех, кто придет в этот вечер в парк Александро-Невского. В начале праздника мы будем чествовать молодоженов, тех, кто непосредственно расписывается в этот день, а также тех, кто прожил вместе 25 и 50 лет. Это золотые и серебряные супружеские пары. В этом году будет интересное поздравление. Это родителей, которые имеют двойняшек и стали многодетными семьями. Поэтому впервые мы их также будем чествовать на нашем празднике. На большой сцене концерт ансамбля «Приетиния». 1,5 часа зажигательных национальных песен и танцев. По всему парку интерактивные локации. Сразу у входа игры, конкурсы и эстафеты для детей. На плацу семейные соревнования. Специально для пап силовые состязания. Но поднимать и переносить они будут не гири и штанги, а любимых жен. Самым сильным мужьям вручат подарки. Итак, место встречи парк Невского, начало праздника 8 июля в 17:00 вечера.